Добрый день, уважаемые подписчики, дорогие друзья. С вами снова компания «Крупмонтаж». Меня зовут Мороз Алексей. Мы снова на московских кровлях. Вкратце расскажу, значит, как я очутился на этой кровле по адресу Большая Семеновская, дом 31. Здесь префектура, значит, производит ремонт кровли, даже не плановый, а по обращению жильцов этого дома. Эта мансардная кровля строилась в 90-х годах, надстраивался мансардный этаж. А сейчас я вам покажу поподробнее. И куча нареканий мучила жильцов все это время. Конденсат, теплопотери, ну и все беды, которые можно представить, случаются на мансардной кровле. И вот, наконец, свершилось. Они добились таки, им, значит, утвердили ремонт кровли в этом году. Но жильцы насторожились, как увидели, значит, появились возле дома, так сказать, с материалом наши гости со Средней Азии, и они насторожились и обратились ко мне, в принципе, чтобы я выступил техническим надзором на ихнем участке, вот, и посмотрел, какие материалы используются, и работы проконтролировал. Значит, сегодня первый день, я здесь был уже неоднократно, сразу хочу сказать, что по материалам, значит, выявил очень много недостатков, но мы уже разобрались с главой компании, именно которой я рекомендую. Привезли гидроизоляционную мембрану, такую хорошего качества, которая будет работать. Пароизоляционную пленку, утеплитель плотности, потому что в первый раз, когда я здесь был, все было, знаете, а-ля самый дешевый вариант. То есть, ну, теперь начнем об ошибках. Вот меня пригласили, я приехал, по моей просьбе, значит, вскрыли участок кровли, чтобы с материалами, так как мы разобрались, какие нужно использовать. А данный репортаж посвящен, так сказать, недостаткам. Перед нами сейчас вскрытый участок. Покажу несколько вам, дам крупный план. Вот данная кровля. Вот налицо мансардный этаж, видите, в 90-х годах достроили просто дополнительный участок. Вот вы можете видеть, этот дом зеркальный, в принципе, они однотипные. Надстроили последний этаж. Как известно, в Москве квадратные метры на вес золота. Вот. Ну, смотрите, сейчас речь не об этом. Кровля очень в печальном состоянии. Значит, мною выявлено, ну, то, что сделано похабно, оцинкованное железо фальцевым способом. Для таких пологих участков, как этот верхний этаж, он почти, то есть верхний скат, сделано все на одинарный замок. Вот, вот эти все участки. Все это видно, что промазано 10 раз. Видимо, людей это беспокоило. Значит, отсутствие продыха. Сразу мы определили. Нет контрабрешетки для продыха. Вот старый утеплитель. Вот непосредственно мы подходим к участку, который вскрыт. Ребята разобрали. Здесь была пароизоляционная пленка изоспан. Работалось все это изоспаном. И гидроизоляционная пленка. Значит, пароизоляционная пленка лежала прямо в раскатку в этих перегородках кровельных. Значит, в межстропильном пространстве не закреплена соответствующая, значит, теплопотеря снизу идет. Утеплитель просто набросан кое-как, значит, там в три слоя и кое-как вообще. Значит, из недостатков. Вот здесь был уложен рубероид. Это я вот участок вскрыл. Грубейшая ошибка. Не знаю почему, кто его сюда заложил. Рубероид вообще становится препятствием. Тепло должно проходить. Значит, если оно проходит в пирог, то проницать через пароизоляцию. Рубероид же — это жесткий, значит, на битумной основе материал. И он не дает этого делать. И образуется, значит, капиллярный эффект снизу. Ну вот, тут можно приподнять доску. Видно уже гипсокартон направляющий, это уже отделка квартиры является. Вот. То есть мы добрались до самого низа. Значит, за гипсокартоном уже отделка, значит, жильцов. Что я предлагаю здесь сделать?
Значит, естественно, первое, удаляем этот весь рубероид, пергамин, и он здесь вообще не к месту. Вот, по моему совету, значит, используем мы Utafall 110 стандарт. Идет он для мансардных помещений. Вот, здесь дается инструкция конкретно, куда он используется. В принципе, зарекомендовавший себе материал. Здесь будем мы раскатывать по этим доскам. Значит, и рейками, значит, на саморезы прихватывать, чтобы, так сказать, не было теплопотери. И закладывать межстропильное пространство, утеплитель, порог. Приобрели тоже по моему совету. Мое личное требование было, чтобы плотность утеплителя была не менее 35. Значит, ну я увидел там 40. В принципе, достаточно. Вот. Ну и будет натягиваться сверху тайвик. Вот тайвик я вижу. В принципе, тайвик софт. Ну это я не говорю, что он всегда у меня спрашивают, что он самый хороший. Нет, это просто самый недорогой экономичный вариант. Там стоит рулон около 5000. Но есть еще круче и дороже. Но как бы из недорогой, из работающих, который реально выполняет функцию гидроизоляционной мембраны. Ну и дальше, вот я сейчас раскрываю тему вот, пирога. Вот, здесь еще будет металл, фальцевым способом менять железо все на замки. Это вообще моя любимая тема. Вот, но мы пока говорим об устройстве пирога, о его очередности, как все надо делать. Вот здесь какие-то карманы непонятные, значит, просвечивается, значит, какие-то перегородки. Все это тоже надо зашивать. Кстати, есть неплохой шанс вот в это место старый утеплитель, чтобы не выкидывать, наполнить вот эти вот какие-то карманы. Значит, по кровле, вот вижу, стоят старые ограждения, видите, они пробиты напрямую забиты гвоздями или чем замазаны. Сейчас так никто не делает, это потенциальные протечки, там стоит снег. Вот, сейчас имеется в продаже специальное ограждение, которое вставляется на замки, стягивается болтами, то есть кровля остается герметичной. Еще из моментов, так как у нас нет обрешетки для продыха, а ее точно нет, потому что вот вскрытый участок, вот, вы можете посмотреть, обрешетки там точно нет, ребята. Вот, просто навален утеплитель, вот этот изоспан, который не дышит, не работает. Вот. Потом нету на карнизах устройства продыха, чтобы это вентилировалось. Вот. И смотрите, значит, если нет обрешетки, а мы ее будем ставить везде, значит, с мансардными окнами беда. Их надо по правилу, по технологии их надо сдвигать. Потому что мансардные кровли являются элементом, мансардные окна являются элементом кровли. И они также сдвигаются, если у нас приподнимется кровля на 5 сантиметров или на 2,5, то окна сдвигаются тоже. Это все цепляет одно за другое, если делать правильно. Значит, окна тоже надо будет сдергивать, ну, по моим рекомендациям. То есть, вот, это если правильно. И у людей тогда появятся там откосики, надо будет доделывать. Вот, это так, я говорю, как нужно, как правильно. Вот, смотрите, вся истыкана гвоздями, парапет, ну кто так делает? Парапет не крепится на гвозди. Значит, вот ребята здесь поднимают пиломатериал, утеплитель в этих участках. Смотри, вот, видишь, карман там, залежи снега, воды. Обязательно надо сделать уклон от стены. Туда пошел. Да, обязательно. Видишь, там вода, следы воды, она там застаивается. Обязательно надо тебе металлом подложить, сделать обрешетку, вот этот узел. Ну что это, видишь? Угу. Там вода стоит определенно и протекает. Это проблемное место. Вот таких карманов следует избегать на крыше. Угу. Вон там, смотри, в той стороне тоже он что-то намазано. Это вообще.
намазана, намазюкана, а толку нет. Вот. Вся кровля, видно, что она измазана герметиками, какие-то ремонты производились, и мне жильцы говорят, что каждый уже старался над своим участком квартиры, там уже каждый чуть ли не кровельщик стал что-то делать, изобретать. Итак, друзья, утеплитель, который используют строители, посмотрим. Плотность 40. Отлично. Отлично. Порог, в принципе, неплохой. Он плотненький. Будет утеплять, если в три слоя. Вот 15 сантиметров. И старым можно, я рекомендую там не выкидывать. Старый можно использовать, там еще верхним слоем добавить. Кашем, маслом кашу не испортишь в этом плане. Так, ну это вот, ребята, контррейка для продыха, видимо, для пароизоляции. Вот такой вот у нас интересный объект. Дорогие друзья, я эту серию, такой водная часть, считаю закрытой. Здесь я буду, работы будут разводиться, я считаю, не менее 2 месяцев. Я буду подъезжать, принимать участки готовые и, ну, и контролировать, так сказать, качество работ. Вот. За сегодня вскрыл этот участок по моей просьбе, и вот ребята будут закрывать металлом, то есть утеплители и так далее. Итак, дорогие друзья, на этом, я считаю, водную часть закрытой. Я познакомил вас, значит, с ситуацией на объекте, значит, оголил проблемы и способ их как решать. Работа здесь будет производиться на протяжении, я думаю, как минимум 1-2 месяца. Я буду здесь появляться, производить отсчет, принимать готовые участки. Значит, еще мы к металлу подойдем поплотнее. Значит, буду смотреть качество сопряжений стен, примыканий, дымоходов и так далее. С вами был Кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. До новых встреч. Пока.